ноября этого года Сергей Вениаминович Шабуцкий. Это неизвестный автор известных песен. Вот, например, «Счастья нет, 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 и монет нет, нет». Ну, все эту песню знают, но я спою другую. Называется «Попытка мечты». Так нетрудно себя погубить. Голова забывает, как бубен. Хорошо бы собаку купить. Гениально советовал Бунин. Ах, как скверно бывает с утра. Отчего, так вы ж знаете сами, пуделя, пойнтера, сетера, доги, пинчеры, эцетера, так и мечутся перед глазами. Разумеется, я не слабак, я готов сам подняться в атаку. Покупают же люди собак, я куплю себе тоже собаку. Да для чего эти тусклые дни, где я сам себе яму копаю? Выпил рюмку и больше ни-ни, а потом решено, покупаю. Я пойду с ней по парку гулять, по тропинкам пружинящих игл. Молодая, красивая девушка тоже выйдет с собачкой на выгул. И тогда мне захочется жить, и звезда засияет во мраке. Только денег бы где одолжить на покупку породной собаки. Я продам свой разбитый пижон и собакой себя особачу. Выпил рюмку и так хорошо, что ей-богу возьму и заплачу. Даже черти убавили прыть, притаились и делают знаки. Хорошо бы собаку купить, если б не было в доме собаки.